Да, я здесь. Вижу Блечера, выходи, когда они до тебя доберутся. Я с тобой. Нам эту операцию не разрешали. Так, Блечер, бери первого, кто покажется, и выясни, что он знает. Все ясно. Дасти, идет машина. Вижу его. Дасти, тебе его сверху видно? Ага, заметил его. Так, он направляется к кораблю. Давайте подождем и посмотрим, куда он пойдет. Какого хрена? Что это было? Рубин! Что расстрелял, а? А как? Я что-то вижу. Рядом со складом. Вижу его. Причер к выходу. Старый грузовик. Узнай, что сможешь. Не потеряй его. Давай быстрее, он уходит. Останавливайся!
Сворачивается налево. Перестегаешь его, так держи. Он повернул направо. Хорошо, еще раз налево. Он прет прямо через рынок. Блин, надо с этим кончать. Сейчас здесь будет ПМР. Ты в больнице. Ты меня слышишь? Лена. У них все хорошо. Все хорошо. Они опоздали на поезд. Лена? Они опоздали? Том. Белла. Она здесь. Папочка. Привет, малышка.
что они еще живы. База разрешена. Баррера. Буду, утверждаю. Твою мать. А то мы не знаем. Он еще в Маниле раз 50 это говорил. Значит, это не проблема. Пока. Посмотрим, как там прикладываешься. Ой, там вот и глупо. Крайне убоя. Может, больше. Максим, за мной. Мы ее влекут, там кусали. Вон, я топаю. Снимай его. Спасибо. Ты на моем ликоте, там сами. Показывает кучу народа с оружием в вашем секторе. Понял, Вуду. Окажите мне услугу, сами стрелять не начинайте. То я. Свяжемся, как дойдем до Бетти. Причем, аккуратнее надо. Пришлем этих парней под него. Сейчас бы я встану. Снимешь двоих одним выстрелом. Отлично. Сейчас устроим им сюрприз. Thank you.
Стоп! Малек! Браво! Смотри, куда палишь! Эй,
Останься! Секунду! Меня его катит! Сзади! Давай сюда, за мной. Черт, здесь глубоко. Чисто. Давай сюда, за мной. Черт, здесь глубоко. Беги его, Бабликер. Слева, слева, близко! Мама, дай-ка его!
пройдем через здание. Мы почти на месте. Отлично. Приготовься. Наблюдать за Капитолием самим. Понял. Мы убрали около 30 абу-саяповцев. Бойцы серьезные, местность знают, так что... Будем начеку. Что слышно от Бареры? Местные говорят, что он не в этом районе, но связь держит. Так что мешать не будет. Ага, будет руководить из глубокого тыла. Понял, Уру. Свяжемся, когда дойдем до Бетти. На муху. С цепочкой убери, Петь. Хорошо, Притч. Мы на месте. Засядем под тем знаком. Мазер, мы видим, где держат заложников. Второй этаж, южная часть Капитолия. Понял, Вуду. Что видно? Шестеро заложников. Мужчины и женщины. Три вооруженных охранника. И... Что там? Не могу разглядеть. Вот дерьмо. Халиф. Люду! Вот ты сорвешь, ну вот. Генерал Баррера. Видим приоритетную цель. Тут Маруан Аль-Халиф. Наш человек на позиции. Отходите. Генерал, наш боец взял прицел. Мы можем стрелять. Отходите, Мазер. Черт, у нас тут еще кто-то. Шейх, الحمد لله. لقد آن الأوان. جاءت لحظتنا. قل لي. أي دي لحظة تلك؟ سبب وجودنا جميعا هنا. لنضرب الصقر الأمامي. أحمق. أنت سبب وجودي هنا. أنت وعزك سبب قدومي إلى هذه المنطقة الندمة من العالم. يا شيخ، لقد رتبنا كل شيء. لقد احتجزنا راهن عيدا. Заложник убит. Никак нет, он убил своего. Кто этот парень? Он просто чокнутый. Генерал, мы не можем опознать неизвестного. Отходите, Мазер. Тигр 12, видите цель? Саяшу. Черт, он уходит. Мазер, красный, бегаю за целью. Воду, держи халифа на мушке, жди. Красный. Игорь 12, стреляй! Занимаем позицию, сэр. Жду сигнала. Генерал, нам нужно опознать. Стреляй давай, ну! Халиф убит, Воду, никак нет, это не я. Игорь 12 выстрелил. Игорь 12, цель уничтожена? Не знаю. Воду, что там у вас? Заложников и цель не вижу. Ричард, идем. Вуду, давай к лодкам, нам нужен транспорт. Взрывы в поездах и Басилан, они связаны. Пентрит. Он был там. Кто? Халиф. Стал мучеником прямо у меня на глазах. 35 жертв. Теракты были и на других вокзалах. У нас только об этом и говорят. Я не вернусь. Я завязал. Среди них было 12 детей. Мы опознали человека в Басилане. Сад Аль-Дин. Он же Ибрахим Аль-Нажди. И это только начало. Том, все в порядке? Да, все хорошо. Начало чего? Это нас не касается. Так не может продолжаться. Все, что там происходит, касается тебя, касается нас. Впусти меня в свою жизнь. Хотя бы немного.